Камчатка. Восточный рубеж Российской империи в середине 19 века – это огромный, богатейший и малонаселенный край. Получено известие, что Англия и Франция соединились с врагами. Аврора в густом тумане едва не столкнулась с британским фрегатом Тринкомале. Президент открывает огонь по кошечной. В это время Пайк уничтожает Кладбищенскую. Сперва кланялись ядрам, потом сделалось все равно. Каждую минуту казалось, что вот-вот этот выстрел внес именно ту жизнь, которая всего дороже, за которую всего более трепещешь.